Салют! Раз вам нравится предложенная рубрика, значит, будем с удовольствием ее продолжать. Зрителю тема заходит, посему продолжаем. Сегодня, как вы уже поняли с заголовка ролика, сделаем мы акцент на изобретениях для наших любимых смартфонов. Хорошего просмотра и ставьте лайки! Ребята разработали универсальный провод, именуемый как Uno, совместимый с iOS-приборами, да с андроидами. Скажем, есть у тебя два телефона на обеих платформах, сначала подзарядил свой iPhone, затем без всяких шероховатостей тем же кабелем подзарядил своего Андрюшу. Или же ты обладатель iPhone, а твой друг с зеленым роботом ходит, взял Powerbank или адаптер, подключил к нему этот кабель, и телефон вашего товарища уже подзаряжается. Благое дело совершаете. Кажись, сей гаджет — это действительно нечто. В достаточной мере полезный аксессуар. Вы за бугром желаете познакомиться с красивой мадам, но не задача. Вы на ее языке ни бельмеса, ни гугу. Однако завязать с ней знакомство, ох, как хочется. Она вам так хороша, что аж дыхание спирает. Либо, предположим, где-нибудь за границей у вас резко появилась жажда сходить в ближайший театр. И вы не знаете, где он находится. Потому людям приходят в голову подобные идейки. Придумать что-то, чтобы помогало в подобные тяжелые моменты. Для такого хорошего дела была реализована специальная гарнитура Pilot, предназначенная избавить вас при общении с иноязычными людьми ото всяких языковых барьеров. Один наушник вставили себе в ухо, один собеседнику, после чего можете свободно общаться. В его наушник ваши фразы на его язык переводятся, а вам, соответственно, все наоборот. То есть при наличии этой вещи вам не обязательно для того, чтобы пообщаться с иностранцем, знать его язык. Единственное, перед началом разговора в программе в телефоне установите язык, на коем молвит ваш собеседник. Еще тут все так сделано, что если вы, предположим, на какой-нибудь конференции, для тех, у кого нет в ухе такого наушника, весь ваш разговор понятным для них языком будет воспроизводиться через динамик телефона. Жизнь показывает, что в нашем ближайшем будущем мы будем видеть все больше и больше устройств без проводов. Вот, допустим, такие наушники чем они не заслуживают на свое существование? Да, по-моему, у всех должны быть такие наушники. Они стильные, прикольные, беспроводные, с высокоточным, как заявляет производитель, звуком. Здесь вы, как и я, хотели бы заострить внимание. Понимаю вас, но будем все-таки уповать на заявленный компанией Hi-Fi, тот самый высокоточный звук. Судя по последним данным из Indiegogo, люди вложили в этот проект более 1,5 миллиона долларов. При том, что до окончания сбора средств еще целых 9 дней. Значит, во всяком случае, жертвователи свято верят в превосходство данного продукта. Да, жаль, конечно, что их сейчас у меня нету. Хотелось бы прочувствовать, как же передается сигнал по новому стандарту Bluetooth под номером 4.2. Они как раз на нем работают. Также хотелось бы прочувствовать, какое же оно истинное хай-фай звучание. За дизайн, я считаю, можно поставить 5. Предлагаются в черном и белом исполнениях. В комплекте с ними идет модный чехольчик, выступающий в роли зарядки. Проработают они 3 часа при активном прослушивании музыки. Полностью заряжаются за 2 часа. Как считаете, нормально, нет? Ко всему прочему, создатели построили их таким образом, чтобы они отлично сидели в ваших ушах. Конечно же, гарнитура безукоризненно ладит с голосовыми ассистентами вроде Apple'овской Siri. Еще, что очень интересно, водонепроницаемая. Как мне кажется, этот портативный сканер PAP тоже можно считать незаменимым устройством для вашего смартфона. Отсканировать документы, старые фотографии, уникальные снимки, фоточки из журналов, книг, которых днем с огнем в инете не сыщешь. Под все перечисленные жизненные ситуации прекрасно вписывается показанный аппарат. Там в нем есть светодиодная подсветка, кто хоть раз перебрасывал кому-то документы, сделанные камерой телефона, поймет, для чего она там установлена. Со своей задачей даже при плохом освещении справляется довольно хорошо.
Как же кайфуешь, когда все работает настолько интуитивно? Тут все очень просто. Расположил правильно сканер, отсканировал и все. Дальше документ через Bluetooth или Wi-Fi отправляется в ваш телефон. После чего что только хочешь с ним делай. Прямо с телефона хоть через почту его отправляй, хоть другу в ВК, в личку сбрасывай. ПАП способен проработать 12 часов, что приравнивается 1000 отсканированным страницам. Еще здесь применяются лазеры. Во время сканирования, благодаря им, не будет какого-либо искажения документа. Все отсканируется абсолютно ровненько. Давно уже горел желанием продемонстрировать вам модульный чехол NexPack, но потом подумал, что лучше попридержу-ка я его специально для выпуска про гаджеты для смартфонов. Вот вам реально четкое определение значения «все в одном». Перед тобой чехол с ячейками. В ячейки ты можешь вставлять просто изобилие разных модулей. Хочешь дополнительный динамик для музыки? Вставил модуль, усилил громкость. Понадобилась тебе лазерная указка? Тут она тоже есть. Нужна тебе дополнительная светодиодная подсветка? Она перед тобой. Нужно вставить SD-карточку в смартфон? Вставил модуль с ридером SD-карточек. Также есть модули с USB-флешкой и датчиком, проверяющим качество воздуха. Что тут говорить, даже модуль с алкотестером имеется. И то, что я перечислил, всего лишь верхушка айсберга. Там этих модулей под завязку. Вы не задумывались, что в будущем такими у нас телефоны будут? Желаешь более качественную оптику в телефоне? Не понравилось? Поставил другую. Нужна более продвинутая вспышка? Ее тоже заменил. Отвечаю, при виде каждого нового изобретения все больше и больше удивляюсь, в какое же прекрасное время я живу. Только вот еще хотелось бы, чтобы из-за каких-то психопатов, которые причиндалами своими решили помериться, не страдали совершенно безвинные люди. Дай вам Бог здоровья, мои дорогие зрители. С вами был я, Алекс Гейч. Счастливо!